Многие его любят, а многие ненавидят. Но как бы там ни было, нельзя отрицать того факта, что Russian Mechanic стал крайне популярным в России. От такого крупного производителя хочется ждать чего-то нового, качественного и того, что не могут сделать другие. Но что-то должно всегда оставаться классикой. В случае с механиком это комплект поставки. Тут все такой же картонный тубус, но вот комплект расширился. И внутри мода вы сможете найти запасной оринг. Сам мод преобразился. Теперь цилиндрическая труба приобрела формы и ребра, за счет которых мод более уверенно лежит в руке. Кроме того, изменился и логотип, который стал более сложным и объемным. Теперь это некий симбиоз анатомического сердца и шестеренок с циферблатом. Вторая версия механика выпускается в двух вариациях, с площадкой под атомайзеры диаметром 22 и 24 мм. В общем-то, выбор — это всегда хорошо. К вариантам покрытий добавился еще один — гальваника. Выглядит круто, но подобрать к этому меху дрипку будет довольно сложно. Плюс с таким покрытием мод имеет свойство скользить в руке. Но самое главное — преобразилась и кнопка, которая и является самым важным элементом обновления. Как и раньше, тут используется лаконичное решение подстройки под аккумулятор с помощью силиконовой трубки. Пин стал цельным и делается из меди, а вот корпус так и остался латунным. Его верхняя часть имеет конусовидную форму с небольшим углублением по центру. Удерживается он с помощью оринга. Опять же, максимально лаконичное решение. Подгонка деталей просто потрясающая. Пин настолько плотно ходит, что при нажатии создается эффект вакуума, что хорошо влияет на тактильное ощущение. Во время нажатия действительно чувствуется, как стенки деталей трутся друг от друга. За счет этого появилась еще одна фишка, которая, как признается производитель, не задумывалась при создании. Если вы нажмете на кнопку, то аккумулятор буквально к ней прилипает, и таким образом его можно достать из мода. Создается ощущение, что держится все это дело на магнитах, которых там нет. Безусловно, это не может не сказаться на производительности, которая тут потрясающая. На тесте внутреннего сопротивления мод показал 2,44 миллиома. С рейтингом вы всегда можете познакомиться на нашем сайте. В итоге, Russian Mechanic — это отличный девайс для тех, кому нужен жарящий мех. Подгонка деталей просто поражает, но внешний вид на любителя. Поэтому, если вы не сильный фанат американских модов, то русский механик будет вполне неплохим кандидатом. Мы благодарим Vape Mechanic за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и используйте мехмоды только по назначению.